Доброе утро. Кто тут у меня спаковаляка? Кто тут у меня рядышком прижимака? Прижмется ко мне вот так рядышком и лежит со мной. Да. Асюшка, мой красивый мальчик. Мой моднявенький такой. Красивенький такой, да? Мощи-масечка моя, любимая кисулька моя, самая красивая вот эта вот. Ася вроде бы уже привык к своей новой стрижке. Поначалу ему было немножко неуютно. Ах ты! Ну, спасибо, хоть не до крови. Вот это вот в его репертуаре, вот это в его стиле. Я его вот так глажу, а он на меня накидывается. О, ну вот такой у него взрывной характер немножко. Доброе утро, мои родные любимые. Доброе утро всем тем, кого вы любите. Доброе утро, и день добрым будет. Так, Да, Ёсик, как же ты живешь так в Украине? Весь интернет вон пишет. Дом 2 тихонечко поставим. Так, чтобы приблизительно знать, что там происходит. Научилась делать кофе по Вовиному рецепту. Ну, растворимый обычный. Очень вкусно. Я раньше делала себе кофе, но он не был таким вкусным. Когда мне Вова делает кофе, блин, это просто обалдеть. Полная ложка кофе, прям с горкой, щедренькая такая. Я никогда столько кофе не пила за один раз. У меня всегда максимум была половина ложечки. Потом одна неполная ложка чайная сахара. И воды мы наливаем чуть больше трети воды. Все остальное молоко. О боже, это божественно. Вчера первый раз в жизни купила арахисовую пасту в магните по акции за 100 рублей. Раньше я, может быть, или не присматривалась, или плохо искала. Не могла найти в магазинах арахисовую пасту. Или арахисовое масло, это одно и то же, насколько я поняла. Зашла на Айкюр, посмотрела. Там, конечно, разные есть, но в среднем цена 300 рублей, плюс-минус. Я уже чуть не заказала, но не получилось у меня заказать. Думаю, ладно. Ладно. Вообще, арахисовую пасту до этого никогда не пробовала. Никогда не ела вообще. Узнала о ней из американских фильмов. У них там что не завтрак, что не перекус, так арахисовая паста, арахисовая паста. Я думаю, ну что же это такое? Что это? Неужели это так вкусно? Давай искать в интернете, гуглить. Оказывается, это и правда очень полезный продукт и очень вкусный. На хлеб намазываешь такое вот маслице, такую пасту арахисовую. И ешь, и это очень вкусно, правда. Я в этом убедилась. Написано, что это здоровое питание. Я точно знаю, что здесь очень много жиров, потому что арахисовая паста из перемолотого арахиса плюс растительное масло, сахар, соль, все, больше здесь ничего нет. Никаких других добавок. Натуральный продукт. Я вчера Вове сказала, говорю, смотри, ну, короче, Вове сказала, говорю, смотри, арахисовую пасту по акции в магните всего лишь за 100 рублей купила. Он говорит, что-то странно, что так дешево. По идее, она дороже же стоит. Ну, не знаю. Мне нравится. Еще немало. Еще хочу. Вкусно вообще. Правда. Полезно. Правда, она очень калорийная. Наверное, не для тех, кто худеет.
как обычно, немножечко опаздываю на 5 минуточек. 5 минут мне всегда не хватает. Так, как пойдем? Я не знаю, сколько на улице градусов, но мне очень холодно, поэтому можно пройти. Вчера вечером мы после работы, когда приехали, не было во дворе свободных мест, поэтому мы припарковались. Не знаю, минут 5 мне сейчас туда идти, до машины. Но я опять раньше выезжаю из дома. До работы мне нужно заехать еще в одно местечко. Знаете, что я купила? Я купила билеты на концерт Ольги Бузовой. Она к нам приезжает 8 марта. В общем, моя подружка мне такая говорит. Я ей давно говорила. Короче, с самого начала начинаю. Она к нам приезжала в прошлом году, недавно. Ну, не помню, в общем. Недавно в Сургуте она уже была, Ольга Бузова. Моя подружка с дочкой туда ходили. Я почему-то пожалела денег на билеты. Не знаю почему, я не стала покупать и не стала туда идти. И, в общем, такая... А Лена, моя подружка, это запомнила, видимо, и присылает мне сообщение с постером, то что скоро Ольга Бузова 8 марта к нам приезжает. А она билеты покупала через Дом Купон со скидкой 50%. Я бегом на этот сайт, короче, смотрю, там еще остались. Там же количество сертификатов ограничено. Сертификаты еще есть. Я, короче, звоню Вове. Хочу сказать, то, что Вовочка, я хочу купить сейчас билеты на Ольгу Бузову. Ну, как бы предупредить его. Он был занят, трубку скидывает. Я ему пишу сообщение. Я покупаю билеты, все, короче. И купила. Купила два сертификата. Вот сейчас я еду к ним в офис. Нужно эти сертификаты, Дом Купон, обменять на пригласительные билеты. Потом, короче, Вове рассказываю. Говорю, ну все, Вов, мы идем с тобой на Ольгу Бузову. А перед этим мы с ним договаривались, то что... Мы обязательно начнем ходить на концерты звезд, которые будут к нам. Звезды приезжают. Блин, я даже забыла машину завести. Ее поросите. Еще чистить ее надо. Я ни разу не была ни на чьих концертах. Ни разу. И с Вовой мы тоже ни разу никуда не ходили. И мы с ним договорились, то, что мы начнем ходить на концерты звезд, которые будут к нам приезжать. Начнем. И вот, когда я сообщила Вове о том, что я купила два билета на Ольгу Бузову, он спрашивает, ну почему из всех звезд, на которых мы могли в первый раз пойти, мы идем в первый раз на Ольгу Бузову. В общем, Вова у меня немножко пахныкал. Ну, конечно, мы пойдем вместе. Никуда мы друг от друга не денемся. Я не скажу, что я прям такая фанатка Ольги Бузовой, но я ее уважаю, правда. Мне она нравится за свою силу духа, за свое стремление, за свой оптимизм, за свой настрой вообще позитивный. И она очень сильная, здесь нечего отрицать, очень сильная личность. И она звезда. Звезда. Я не хочу упускать вторую возможность. Первый раз я на нее не пошла. Что-то я там, не знаю, пожалела чего-то, не знаю. Второй раз я не хочу упускать такую возможность. Песен я ее наизусть не знаю, но припевчик подпеть смогу. Так что я рада. Я очень счастлива, то, что схожу на концерт, посмотрю, потанцую. Все равно ведь это так интересно. Видишь человека только по телевизору, на телевидении, в интернете. Вживую никогда его не встречал, не видел. Вдруг она совсем другая, да, чем кажется на экране. Не знаю, очень интересно. Тем более это первый раз, когда я одна, когда я иду на концерт, и когда мы с Вовой вдвоем вообще идем на концерт какой-то звезды. Я счастлива.
Про кутикулы не забываем, пока стоим на красном. Быстренько. 10 секунд. Хоп, и все, и твои кутикулы в порядке. Мужчина там что-то смотрит на меня. Из соседней машины мужчины смотрят на меня и улыбаются. Что-то им там, видимо. Так, а где нам повернуть? Где нам туда поближе, по-моему? Нет, это не здесь, по-моему, это подальше. Торговый центр. Тут. Вон туда нам, по-моему. Так, где поворот? Где поворот? Покажите. 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 Где мне поворачивать? Увидела. Увидела. Спасибо. Сейчас я поверну. Поверну. Сейчас, сейчас. Оп. Так, а что тут все огородили? И где мне парковаться, по-вашему, теперь? А? Где парковаться-то? Ну, давай, вот там припаркуемся. Давай быстрее, женщина. И сейчас мы сюда как встанем красиво, как припаркуемся, чтобы потом было удобно выезжать. Оп, и назад, теперь назад. Аккуратненько, аккуратненько. Все я вижу, все я контролирую. Оп, оп. Все, идеально. Perfect. Perfect. Забрала билетики. Я внутри прям трепет какой-то чувствую, знаете, такой. Приятное чувство. Мне нравится. Красота-то какая. Какие пироженки красивые. У нас коллега на работе уже второй раз приносит такие пироженки. У него родная сестра, и она готовит у него вот такие вот пирожные. Я уже пробовала, они очень вкусные, обалденные. И главное, еще и красивые одновременно. У меня глаза разбегаются. Так, одну кто-то с клубничкой уже съел, да, а я какую съем? Не могу выбрать. Я выбрала с клубничкой. Боже мой, это божественно. Это невероятно вкусно. Такие мягкие пироженки. Кажется, там ко мне клиент пришел в кассу. Я пока не доем, не уйду.